Перевал Дангу-Сарун в Кабардино-Балкарии. Традиционное место состязаний горнолыжников. 150 спортсменов Советского Союза и Польши провели здесь товарищеские состязания. В программе «Слалом» и «Слалом-гигант». Трасса «Слалома-гиганта» начинается на высоте 3500 метров. Москвич Анатолий Тормосин на первенстве страны завоевал 3 золотые медали. И сейчас он показывает лучший результат. 28 ворот пройдены за 59,9 секунды. Чемпион Польши Воина Орлевичиш отстал от победителя на 3 секунды. На трассе слалома у женщин победу одержала чемпионка Советского Союза Нина Меркулова. В мужском слаломе успех вновь сопутствовал Анатолию Тормосину. Он оказался сильнейшим и в этом виде соревнований.